Трошки к Макарычу тебе нужны? Не, у меня его нету. Ничего нет. Корубин. $380 авто, что ли? Да. Я все боюсь, что я отсюда упаду куда-нибудь. Ну я раньше тоже когда-то бегал, тут страшновато так. Упадешь, разобьешься, все, молодец. Виллу нашел. Да, трезубец не тонут. Это ж корабль. Типа как бы намекает. Лонгхорн есть. Ништяк. Куда же отмосинки, да, патрон? Да. Выкину эко магнум, блядь. Сейчас хотя бы прицел есть. Такое черное. Рюкзак фиолетовый. Слушай, а он заебись так увеличивает, блядь. Так-то, блядь. Ну, он, Леха говорил, как... увеличивает как Мосинка, только Мосинка же потом еще раз увеличит. Ну да. А, этот нет. И он это, он, видишь, короткий, блядь. Он для ближнего. Может... для средней дистанции, наверное. Да, можно в рюкзак засунуть. Я где-то недалеко от тебя и вилу нашел флягу. Я ниже этажом. А, все, сзади иду. Пальто дырявое какое-то, да. Тебе магнум-то не нужен? Нет, зачем? Он ранец школьный. Хоть что-то с оптикой. Как калаш примерно так же. С оптикой. Ладно, я все на этаж ниже спустился. Поднялся обратно. Лестница какая-то попалась. Что за так, а ты нос-то тут проверил уже, да? Да, по носу я там пошел. На этом серваке. Вот черное пальто, фиолетовый рюкзак. Вот, вот, я не могу. Пальто, что ли, одеть? Нет. Тут на самом верху-то нет ничего, да? Нет, я там все обшмонал. Одену я черное пальто, Ваня. Угайся. Оно пристиранное. Как спуститься надо будет? Знаешь как?
Сейчас найду, я уже нашел. Угу. Я раньше тоже тут это, блядь, полталкивал какой-то. 20 отсюда. А, слушай, давай я тебе упаковку бинтов-то дам. Да у меня тряпок много, в принципе. Ну сколько у тебя их? Так, 5 штук уже. Сейчас я еще и почищу. Молодец, молодец. Что дальше? Какой план войны? Да я думаю, что-то Березинды и все там и остановится. Там засейвится, да? Но. Давай. Тот же дом. Давай. Что-то они, он мне их не почистил. Значит, что-то другое. А этим спиртом почистил 10% все. Вычистил две тряпки. Бля, ну пиздец, конечно, с лутом беда прям стала, блядь. Я просто вахую, блядь. Тут просто большая часть времени ходить и искать. А они не постреляешь. Так смотри, считай, мы второй день бегаем, блядь. У меня топора до сих пор нет, блядь. Тут путни одежды, блядь, какой-то, блядь. Ну такая средненькая. Рюкзаков у нас с тобой нет нормальных. Ну за рюкзаком надо куда-то на военную налить. Ну да. Надо бы как-нибудь сгонять до этого. До центрального? С Северограда. А где он, я даже не знаю. Да, он вверху, там рядом с Новодмитровском. Да? А, вот я вижу. В самом верху карты. Да. Новый город. Он между центральным филдом и Новодмитровским получается. Около Гвозда. Да. Просто я респался как-то в Новодмитровске. Думал пробежать с там. Чё? Да что-то мы с Лёхой играли такие. Перестал. Помер там, да. Присманулся в другом месте. Да, что-то там два города же новых, по-моему, да? Североград и еще что-то какая-то хуйня. Тоже на С, по-моему. А, ты где, а вот там песчаный карьер. Да, где? Справа, что ли? А, в смысле, там, где новый город? Да, здесь Североград. В принципе, можно туда сползать как-нибудь. Ну, я не знаю, может и не там, но похоже по карте. Там вот из Северограда чуть выше по диагонали вправо вверх. А что там, есть какой-то там лут-то вообще есть, да? Да вроде нет, я не знаю даже. Имеет смысл туда бежать, чтобы посмотреть. Ну город как город, наверное, так же, дома с балконами, там все такое. Просто далеко он находится, никто, наверное, там. Никого нет. И голод будет. Ну. Хотя писали, что место резко изменилось, типа Северград и окрестности. В смысле, город в другом месте, что? Нет, именно место резко. Ага. Но я там ни разу не появлялся. Я все время появлялся либо у Черна там, у Электро или у Березина. Где-то вдоль берега. Просто. А я в основном Солнечный, блядь. Один раз Березина и в основном Светлоярск. Ну и Черно, может, один раз. Чё, по тому же маршруту не будем это смотреть, эти дома с балконами? Мне кажется, неоправданный риск, там опять нихуя не будет. Да, чё там, да. Вот сейчас, может, сюда направо уйдем через железку по лесу и туда бежим к дому. А, ну или так, давай. Где? Чтобы в город не заходить? Конечно. Полицейский тоже, думаю, не стоит. Не, нихуй там. Вчера за целый день там не было никого. Что такое краска? Какая зеленая? А, не знаю, не посмотрел. Я в осенечку покрашу. Так, теперь, ага, вижу. Так,
По лесу, что ли, бежать, чтобы не видно было? А мало ли. Зомбаса, блин. Не покрыт, хочет. Да ладно, забей, она отстанет. Как ты попал, ты даже не повернулся, мы сором. На этом все ракеты здесь. Либо он взялся. Еще один зомби. Похуй, беги на все. Так, либо Ханда я сейчас догоню. Короче, в тот же домик у магазина бежим, да? Угу. Точка сбора, блин. Блин, заказывал стекла на iPad себе там. Ну-ну-ну, ты говорил, да. Всем пришли, а мне нет. А ты самый первый, наверное, съездил. Слушай, ты знал, что тут футбольное поле есть? Нет. Охуеть. Сейчас тоже выбежал, увидел. Блять, был бы мячик, можно было погонять. Слушай, прикольно. Сколько играю, не знал, что тут футбольное поле есть. Все с разметкой, со всей хуйней, центр поля, блядь. Штрафная, блядь. Лавки, смотри, для зрителей, блядь. Прикольно, да? Самба согрелся. Причем далеко откуда-то бежит. На нас? Со стороны пятиэтажа. Да. Может, дома чуть-чуть полутаем? Угу. По пути. Вдруг что перепадет. Бля, ну прикольно футбольное поле. На карте его, кстати, не видно. Карта слишком это. Она такого масштаба, блядь. Не увеличено. Я пойду в те, зайду в пятиэтажек, который здоровый.
Красный, зеленый. Да. Блять, вот черные давай не перевариваю, там по жизни ни хера нет. И такие с красной полоской вверх и с зеленым. Да, 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 да. Там тоже пусто все. Вообще никогда ничего нет там, блядь. Там бывает иногда там капает, блядь, не так. Вообще ничего нет. Я красный дом закажу. Зомбак еще. Еще попробую. Лопата, блин. Краска. Швейный набор. Ты в свекольный, в смысле, большой который? А морковный заходил? Нет. Я в него бегу. Я какой-то красный набежал, я считаю. Ну, темно-красный такой. Был там. Ну, вроде да. Так. Еще тряпки нашел. И все. Тушло нашел. Возьмем тушло. Зеленый закажу. Ну, вот я в следующем брызгу. Морковным тоже ничего нет. А, я вот следующий за морковным зашел. Тут так по мелочи есть, но. Я все на long range надеюсь. Это ты? Mm-hmm. Патроны на мосинку нашел. Куртку нашел. Кожаную. Райдерскую? Да. Да, видел. Краска. Черная краска. Ага, где? В этом доме? В следующей комнате, да. Я мосинку закамуфляжу. О, зомба. Оп. Сейчас я ее встречу. Где ты? Зашла, что ли? Она, да, вот у меня здесь. Закрыть ее надо там. Не успеешь. Ты за ней дверь закрыл. Все. Кстати, так же в голову нацелился, попал. Видимо, от расстояния зависит. Ну да, чем ближе. Ну чё, айда сейвится, тогда чё? В каком доме-то, блядь, чё, тоже забыл. Около магазина, который, за пятиэтажками. А вот вижу в этом красном, да? Ну вот маленький вот этот вот. Зелено-красный. Может, в магазине что есть? Ну, я как бы, да, хочу тоже забежать. Где-то зомбарь.
Раньше вспомни, сколько лута было в магазине. Это пиздец, блядь. Сейчас вообще полки пустые, блядь. Кризис хули был. Блядь. Попала, зараза. Блин, достал топор, убрал топор. Вот этот топор, чем хуёв, он коротенький, блядь, всё-таки. Так ты его, блядь, пригорюнил. О, запрыгивай, сука. Чисть патроны какие-то. 22, 50. Это же на спортер, да? Да. Бинт нашел. Рацию. Что, кстати, с рацией мы ни разу что-то не пробовали. Сегодня, кстати, две рации уже отсюда. Как она работает так, вообще? Я нож нашел. Нафиг на четверки. Вообще же пусто. Кассу попотрошить нельзя. Мы все еще сейвимся. Что тогда выходит? Ну, а если вечером будете гамать? Мало ли, звоните, пишите, я дома, в принципе. Всяко пишу. Есть что пожрать?